Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Возвращение Аарона Стэнфорда к роли Пиро в трейлере «Дэдпула 3» поставило перед публикой интересный вопрос. А кого, собственно, еще ждать на банкете? За последние два года все персонажи вселенных Марвел и даже DC так или иначе засветились в слухах о появлении в фильме. Но кого точно ждать, а кого точно не ждать? Устраивайтесь поудобнее, друзья. За последний месяц ситуация здорово прояснилась, и мы расскажем о ней в ближайшие пару минут. Начав с главного. Пожалуй, лучше всего мощь второго сезона Локи показывает то, что кое-какого персонажа оттуда в «Дэдпуле 3» хотят увидеть чуть ли не больше, чем Джессику Альбу. Это, конечно же, агент Мобиус в исполнении Оуэна Уилсона. Поначалу все к тому и шло, ведь в ноябре 22-го стало известно, что ТВА в фильме не будет, и один из его агентов сыграет в «Дэдпуле 3» ключевую роль. Кто как не Мобиус, подумали все зрители. А сам Уилсон подлил масло в огонь. 1 июля 23-го он сфотографировался с фанатами в Лондоне. Прямо там, где в тот момент шли съемки «Дэдпула 3», да еще и с бородкой, которую в Локи носил Мобиус. Но потом все стало грустнее. К актерскому составу фильма присоединился Мэттью Макфейден. А 4 декабря вышла новость о том, что роль, которая предполагалась для Мобиуса, отошла к нему. В феврале вышел трейлер и забетонировал, что куратором «Дэдпула» в ТВА будет именно Макфейден, а не Мобиус. Так что с большой долей вероятности Оуэн Уилсон в фильме, если и появится, то разве что на чуть-чуть. Фильмы Marvel часто радуют нас удачным сочетанием потрясающих сцен и великолепной музыки. Всем, кто ценит хороший монтаж, мы рекомендуем заглянуть на канал 137 OSH. Здесь автор канала мастерски смешивает кинококтейли из всех стихий от Дикого Запада до Черепашек-ниндзя, неся сюжетную линию, сотканную из тысяч нитей, стали от кинематографа и не только. О себе автор заявляет, что он мастер и использует прием ноготь. Ты в курсе, жили по понятию, рэп без понятия, не дать не взять теперь. То, что звезды нам благоволят, окутали туманы, но мы грели сердца. Мой вклад, твой стресс, топовое место, попробуй найти замен. И, кстати, у автора более 100 уникальных работ. Переходите на канал 137 OSH, что означает «обладатель секретной харизмы». Не расстраивайтесь возможному отсутствию Мобиуса. Ведь есть кое-кто, кто наоборот за последние месяцы повысил свои шансы на появление в «Дэдпуле 3». Это Ченнинг Татум в роли Гамбита. Пару месяцев назад на IMDb обновили актерский состав фильма. И в качестве одного из каскадеров был указан Джоэл Адриан. Да не для кого-то, а для самого Ченнинга Татума. Затем страницу на IMDb поправили, убрав всех спойлерных персонажей. Но интернет-то все помнит. А в особенности помнит, как Райан Рейнольдс играл с Татумом в недавнем главном герое, который снимал «Барабанная дробь», Шон Леви. Рейнольдс вообще не раз публично выражал сожаление о преждевременной гибели вселенной Фокс. Одной из главных жертв, которой стал Гамбит Ченнинга Татума, чей фильм сначала застрял в производственном аду, а после перехода в Дисней вообще отменился. В общем, шансы на появление Татума огромны. И не исключено, что мы его уже видели. Гамбит заядлый игрок, а в одной из сцен трейлера Дэдпул заходит в казино, где Росомаха сидит к нему спиной. Многие зрители считают, что в этот же момент сидит Логан лицом как раз к Гамбиту, тем более, что их карточные игры максимально каноничны. Таким же каноничным было бы и возвращение Харька от Ти-Джей Миллера. Их с Дэдпулом экранный дуэт взрывал в обоих частях, но со стопроцентной вероятностью можно сказать, что Миллера в триквеле не будет. В 2017 году актер попал под паровоз популярной тогда темы сексуальных домогательств и был обвинен в случае, который, по словам жертвы, произошел аж в 2001 году. Даже из промо второй части Дэдпула Миллера убрали, а о возвращении в третий не могло идти и речи. Тем более, что Ти-Джей с того момента успел засветиться и в ложном звонке о минировании поезда в Нью-Йорке. Ну а вдовесок назвал Рейнольдса «зажравшейся звездой» и рассказал, что еще на съемках второй части они здорово поругались и относятся к нему Райан ужасно. Отметим, что актеры по свежим словам Миллера уже помирились и никакого раздора между ними нет. Но в общем «Дэдпул 3» точно без Харька. Зато, скорее всего, аж с двумя легендами мирового масштаба. Патрик Стюарт во вполне себе официальном интервью Entertainment Tonight взял да и бабахнул, что он еще вернется к роли профессора X. И даже больше, сказал Стюарт не только за себя, но и за Йена Маккеллена. По словам актера, у них есть не только желание вернуться, но и конкретные планы. Речь, разумеется, могла идти не о Дэдпуле 3. Но о чем в таком случае? На ум приходит разве что предварительное соглашение с Marvel на «Секретные войны». Те самые сценарии, которым переписывают, и непонятно, что с фильмом происходит. Вообще более
Более вероятно, что дедушка, не особо стесняясь спойлеров, спалил тогда уже написанный сценарий к «Дэдпулу 3». Да, в разборе трейлера мы упоминали, что, если честно, хотелось бы возвращения Джеймса МакЭвоя, так как ему определенно есть еще что показать. Но почему бы не вернуть и тех, и тех? Мультивселенское безумие, которое ожидается в «Дэдпуле», вполне себе это позволяет. И если Стюарта мы уже видели, то камбэк Йена МакКеллена — это событие, которое позволит Райану Рейнольдсу целиться не на миллиард, а сразу на пару миллиардов долларов. Собственно, возвращение Пиро в трейлере как бы намекает, что упор на ностальгии будет сделан на оригинальной трилогии 2000-х. Так что и МакКеллен, и Патрик Стюарт в то, что показал трейлер, отлично вписываются. А еще Холли Берри, которая недавно демонстрировала прическу до боли похожую на Шторм. А еще Джеймс Марсден в образе Циклопа. Примечательно, что оба актера в минувший год высказывались об этой идее положительно. Исключение разве что Фамке Янсен, которая в интервью IMDb честно сказала, что возвращение к Джин Грей далеко не приоритет в ее карьере, и она бы с большим удовольствием посмотрела, как роль продолжит развивать Софи Тернер. Хью Джекман тоже в свое время хотел, чтобы роль Росомахи продолжила развивать Дафни Кин и ее X-23. И месяц назад все инсайдеры разорвались новостями, что она подписала контракт на появление в Дэдпуле 3. Этому хочется верить, но, если честно, больше похоже на вброс. Ведь когда такое же говорили об Электре от Дженнифер Гарнер, все подтвердилось в течение пары недель. А здесь прошло 2 месяца, но ни ответа, ни привета нет. Сама Дафни, разумеется, была бы счастлива вернуться, но что-то подсказывает, что в лучшем случае ей достанется крошечное камео, что, впрочем, ну все равно здорово. Вместе с Дафни Кин, к слову, в том же отчете мелькало и возвращение Лива Шрайбера к роли Саблезубова. Это имеет смысл, ведь во многом Дэдпул 3 — это сиквел к сольнику Росомахи 2009 года. Если точнее, сюжетная арка искупления Райана Рейнольдса, который воссоединяется с Хью Джекманом, но уже не в качестве посмешища Дэдпула, а в качестве суперзвезды. Лив Шрайбер тоже в фильме 2009 был, так что понятно, почему инсайдеры хотят его увидеть. Да чего уж там, мы лично сами не удивимся ремейку сцены в лифте из сольника Росомахи с участием всех до единого актеров. Это было бы вполне в стиле Рейнольдса. Но, говоря конкретно о Саблезубом, не стоит забывать фото со съемок. На них фигурировала другая версия персонажа, та, которую в трилогии Людей X играл Тайлер Мейн. Вот кто точно и без всяких инсайдеров вернется. Правда, вряд ли надолго. На тех же фото со съемок Дэдпул держит его отрубленную голову. Это, собственно, объясняет, как можно вернуть 30 актеров из прошлого в фильм, не превратив его в фан-сервис. Просто убейте половину за 10 секунд. Таким советом наверняка воспользовались сценаристы фильма, тем более, что это вполне себе в духе Дэдпула как персонажа. О Халке и Кейбле мы уже говорили в разборе трейлера. Колосса и других героев непосредственно трейлер показал, поэтому в завершающей части выпуска хотелось бы сосредоточиться на другом. На том, кого из персонажей основной киновселенной Марвел ждать. Учитывая, что именно ее Дэдпул будет спасать и именно в нее устраиваться, связать фильм нужно не только со старой Фокс, но и с новой Марвел. Чисто технически ее частью является агент Парадокс Мэтью Макфейдена. Но его в Локи не было, поэтому это не в счет. Гораздо интереснее кадр, где Дэдпул просит агентов ТВА подождать. Ведь на заднем плане снежок и перевернутая машина, прямо как во вступительной сцене Эры Альтрона. Вот вам и жирный намек на посещение одной из локаций Марвел. Кого из персонажей в ней показать? Тут уже полный простор для фантазии. Подходит и Халк, который там был, и близкий друг Райана Рейнольдса, Крис Эванс, и даже погибшая Черная Вдова. Ведь Скарлетт Йоханссон говорила, что к роли вполне может вернуться. Но интересней всех выглядит вариант с Ртутью. Он во вступлении Эры Альтрона был, и так же, как Дэдпул, является мостиком к двум вселенным. Ну а собрать под одной крышей Ртуть, Алую Ведьму и Магнета, главную злодейскую семью Фокс, было идеей фикс прошлых продюсеров. В общем, тут непаханное поле для теорий. Одной из которых является то, что кадры эти не из основной вселенной Марвел, а из альтернативной. И Ртутью в ней является Эван Питерс. Представьте эпичный монтаж вступления Эры Альтрона, а потом оказывается, что вселенная альтернативная, и Ртуть тут Эван Питерс. Шутка будет та еще и вполне в стиле безумия Дэдпула. Сам Питерс, к слову, не раз говорил, что с удовольствием вернулся бы. Учитывая, как с ним обошлись в Ванда Вижн, актер точно не отказался бы искупить грехи в фильме Рейнольдса. Да еще и вместе с Тейлор Свифт. На прошедшем Супербоуле певица номер один планеты тусила в одной ложе с женой Райана Рейнольдса, Блейк Лавли. Свифт сейчас на расхват, и одно ее упоминание генерирует миллионы постов в Твиттере. Рейнольдсы не дураки, и давным-давно ходят слухи о появлении в Дэдпуле 3 певицы с ролью Дазлер. Это мутант, главная способность которой не очень хорошо петь. Было бы символично, но в декабре появилась и другая теория о том, что Тейлор Свифт сыграет Леди Дэдпул. Альтернативные версии Уэйда в фильме тоже будут, что не
раз демонстрировали фото со съемок. Так что и здесь все может быть очень интересно. Ну а завершим выпуск тем, что и вариантов Росомахи может быть несколько. Причем не факт, что все их сыграет Хью Джекман. Сидящий спиной Логан в трейлере, по данным инсайдеров, это как раз не Джекман, а совсем другой актер. Во что охотно верится, ведь Джекман — двухметровый перекачанный утюг. А в трейлере сидит кто-то поменьше и пониже. Настолько, что сообщество сразу раскопало теорию о Дэнни Рэдклиффе и давней мечте фанатов увидеть его в роли Росомахи. Против этого говорит только то, что за 10 минут ролика мы произнесли имена актеров, которые вместе могут снять фильм уровня Мстителей. Действительно ли Марвел так сильно вложилась в проект, чтобы позволить Рейнольдсу любой каприз? Смогли ли 20 актеров первой величины Голливуда согласовать графики и дружно посетить съемочную площадку? Есть мнение, что все секреты мы узнаем лишь летом. Потому что в отличие от Sony, рекламная кампания Дэдпула предпочитает держать атмосферу тайны. На этом у нас все, и ждем ваших ставок на то, кто появится в фильме, в комментариях. До новых встреч, друзья!